Сегодня, 9 ноября, Международный день книги рекордов Гиннесса, одного из самых популярных справочных изданий мира. Придумал его Хью Бивер, который работал управляющим пивных заводов Гиннесс. Таким образом, хотел сделать рекламу своих заводов. А меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! Ай, как холодно на улице! Уже очень кушать хотелось. Мужчина в Жлобине украл с мясокомбината 47 килограмм мясной продукции на 440 рублей. Чтобы его не спалили, перебрасывал мясо через забор. Правда, попробовать так и не удалось. И, кстати, он хотел все съесть сам. Вот так. В Светлогорске не хватает катастрофических врачей и педиатров, и ситуация, к сожалению, не изменится в ближайшие 2 года. Об этом заявила главная врач Светлогорской ЦРБ. По словам женщины, в прошлом году она просила прислать в районный центр 10 врачей, а прислали, как вы думаете, ни одного. Поэтому врачам приходится работать в 1,5 смены, брать на себя дополнительную нагрузку и полностью изматывать свои силы. А некоторых врачей в районный центр отправляют вахтовым методом на 2 месяца. Вот такие дела. Новость, которую хочется читать, закатывая глаза, когда же это прекратится. Гомельчанка выбросила из окна 10 этажа бутылку из-под алкоголя, потому что, внимание, ей было лень выносить ее в мусорное ведро. Бутылка попала в лобовое стекло машины, из-за которого это самое стекло и пострадало. Найти хулиганку помогла продавщица ближайшего магазина, которая вспомнила, кто же накануне покупал этот самый бальзамчик. Слабоумие и отвага.